Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы сегодня продолжаем играть в замечательную игру под названием We Happy Few. Мы счастливы немножко, потому что мы жрем радостин. Хотя мы махлюем, мы его не жрем. И сегодня мы продолжаем играть за нашу любимую и неповторимую девочку, которая есть дочка, которую зовут Салли Бойл. И наша задача сейчас добраться ровным счетом далеко-предалеко. А именно добраться аж вот сюда, к ведьмам, посетить ведьм. И у ведьм мы должны заполучить, собственно, растения. Не растения, а какие-то специальные средства для того, чтобы мы могли приготавливать зелья радостин. По-моему, ежевичные радостин у меня были заказчики на такой. И это будет непросто, потому что, во-первых, нам нужно будет выйти в сады. А в садах я тут еще протопать далеко-далеко. И что-то мне подсказывает. Есть у меня такая чуйка, что ведьмы просто так нам растения не отдадут. Что они что-то взамен попросят. И попросят что-то далеко не простое. Вот. И, собственно, видите, там с вами даже техно здоровается. Так что, видите, ребята, кто хочет тоже поздороваться в ролике с зрителями, допустим, на ютубе. Приходите на стримы, на твиче, и будете иметь такую возможность. Так, нам нужно сейчас выйти за территорию. Мы туда бежим. Итак, мы подошли к этому коварному месту, а именно пункт пропуска. Пункт пропуска, когда мы должны будем перейти в эту опасную местность под названием сады. И потом мы уже отправимся к ведьмам. Но прежде чем мы туда проберемся, нам нужно будет одеть костюм, потому что мы сейчас одеты в очень такой аккуратный костюмчик. Мы оденем страшный костюм. Еще и противогаз на всякий пожарный одену. А то мало ли сейчас надышусь тут чем-то нехорошим. Вот мы наконец-то и на этой территории. Посмотрим, как будут местные жители на меня реагировать, когда я буду в противогазе. Так, по-моему, они на меня нормально реагируют, что я в противогазе. Никто на меня не агрится. Вот и хорошо. Теперь наша задача добежать до этих ведьм. И до этого места у нас 800 метров, немало. Итак, мы почти добрались к ведьмам, почти добрались. К ним осталось всего лишь 47 метров. И почему-то, как раз когда я подошел к ведьмам, тут начали какие-то собираться темные, притом темные тучи. И такое подозрение, как будто бы сейчас там, именно в этот момент, как раз ведьмы какой-то ритуал готовят. И меня это немножко так как-то настораживает. Очковая кобра появляется у меня. Как мне наверх туда к ним заползти? По камням, по этим я явно наверх не закарабкаюсь. Видимо, должен быть какой-то подъемчик. Подъемчик этим ведьмам. Какой-то, знаете, какая-то лесенка. Или какой-то такой, как будто бы, ступеньки какие-то. Смотрим. А, вот это, по-моему, как раз подъем к ведьмам. Жесть начинается. Гляньте-ка, что происходит. Тучи сгущаются. Представь, нянчит ребенка в противогазе, сталкер няня. Я думаю, ребенок, это место все еще в секрете? В секрете. Пустое и тишное. Кто призовет деву, ее призвала, и она пришла. Солнце закатилось 4-7 раз. Пророчество должно исполниться сейчас, в час, когда все замрут. Пусть выйдет к нам, коль пожелает. Они вызывают какого-то... Это крыса дохлая. Реально. Так, лавочка, кусты, открываем. Пора явиться ей, пора. А где ведьмы? Эй! Мэмэй! Вивиана Маргуаза! Удар молнии. О, вот они все. Как они это сделали? Здравствуй, Салли Бойл, алхимии хозяйка. Здравствуй, мисс Бойл, кто знает тайну материнства? Здравствуй, мисс Бойл. Кто на тот берег рвется? Вечно забываю, что вы знаете мой секрет. Это зелье поможет твоей дочери уснуть. Она будет реже хотеть есть. Я не уверена, что верю в магию. А во что еще остается верить? Зелье — это не магия, это целебные травы. Твоя мать неплохо разбиралась в травах, не правда ли? Да, особенно в свойствах перстянки. Вообще-то я пришла за ингредиентами для кое-каких препаратов.
Дракс. Ты подверил магию проверки и доказал ее ущербность, или просто решил там что-то там сделать, не успел дочитать? Я не подвергала. Тогда слушай, мы складываем свои подношения в сундук на отшибе. Я отмечу это место на карте, положи в сундук несколько кирпичей и прочитай вот эту молитву. Кирпичей? Увидишь, что получится. Потом возвращайся. Но мои ингредиенты. Мы поможем тебе достать то, что ты хочешь, но сперва пойми, что тебе нужно. Ты ведь даже не знаешь, что это. Прежде чем ученик берет мудрость, учитель имеет право дать ему несколько знаний. Несколько. Так это работает, а? Ну, ладно. Тогда я вновь увижу вас троих, когда познаешь неизвестное. Сейчас. Так, посетить ведьм, найти сундук. Ростбиф, говядина, Веллингтон, пирог, Веллингтон, пастушный пирог, яблочный пирог, печенье, яблоки, печенье, печеная. Ты кто такой? Печеная. Я знаю, каково это. Как-то раз яблоко сгнило прямо у меня в руке. Постучать в дверь. Тык-тык-тык, ведьмы. Чё-то они, ведьмы, не спешат мне открывать. Видимо, пока я не найду сундук, ничего не получится. А где, собственно, сундук сам расположен? А вот он где. Найти сундук надежды. Так, сундук надежды, найти сундук ведьм. Ой, довольно-таки далеко надо будет чесать. Ну, мы как бы ведьм посетили, и мне нужно будет туда какие-то кирпичи положить. Интересно, у меня хотя бы сейчас, в данный момент, в инвентаре имеются какие-то кирпичи? Боюсь, что нет. А где мне их искать? Ну, на самом деле, я надеюсь на то... А, есть кирпичи, стоять. Для задания. Возможно, сделает вас сильнее, но это только богине известно. Предмет для задания. Есть у меня кирпичи, молитва у меня тоже есть. То есть мне нужно сейчас просто добраться на 700 метров в ту сторону и попробовать там что-то совершить. Так, интересно, когда я немножко подальше отбегу от этого проклятого места, погода утихомирится или будет такая же мрачнота, как сейчас? Так. Пойду замучу чаюху. Давай, приятного чаепития. Это просто фанатки Гарри Поттера, а не ведьмы. Это его любовницы. Любовницы Гарри Поттера. Потного Гарри. Так. А, это только ночью можно собирать. Да, реально, мы отошли от холма. И все распогодилось. Приветик, красавчик. Приветик. Как делишки? Хорошо. Хочешь, значит, кружку? Давай вышлю тебе. И не говори, что не надо. Так подарочек маленький. Не, спасибо большое, но ты не поняла, боже мой. Что рубасов, спасибо тебе большое, Елен. Дело в том, что когда ты являешься партнером Твича, ну, это когда у тебя будут стабильные зрители уже, вот, тогда там можно будет там через них каким-то образом такие кружки их фирменные заказывать, вот. Так. И вот, ребята, мы пришли наконец-то к этому сундуку. Долго и нудно я к нему чесал, и наконец-то... О, люк рельсом! О, крутяк! Люк рельсом нам нужно будет, чтобы мы могли быстрее передвигаться. Жук-жук-жук-жук-жук. Хорошо. Значит, мы должны сейчас вот здесь. А тут даже... Подожди-ка. Его охраняют какие-то полицаи? Жаль, нет монетки. Как мне с ними разобраться? О, ну разумеется, парни тут как тут. Нельзя же допустить, чтобы птички решили, будто их оставили в покое. Ну да. А тут кто-то умер? Погиб кто-то? Приветики, парни. Мне придется с ними драться? О! Тихо-тихо. Тихо. У меня тоже есть зонтик. На тебе. Те, кто ставят блоки, с ними лучше не связываться. О. Так, защита. Три мужичка. Ай, пшикнула меня. А у меня есть лекарства какие-то? У меня есть большая аптечка. Промазал. На тебе. На, глазик. На тебе. На. Ой. Еще один вылупился откуда-то. Так, уходим. Лечим себя. Так, подлечил. Так, деремся дальше. На. Есть, минус один. Пока у него блок, бить его вообще не стоит. Он с блоком стоит.
Так, есть. А теперь можно. Раз, два, три. Все, я их всех наказал. Всех четверых вырубил. Ну что ж, это мне больше по душе, чем унижать других девочек. Мужиков ей бить нравится больше. Так, топор нашел. Раз. Два. Топор, гвоздодер. Так. Травки-муравки. Травочки-муравочки. Так, тут ничего нету. А вот какой-то мужик валяется странный. Мне кажется, у него может быть что-то ценное. Топор всего лишь. Так, вот здесь нужно было, короче, взломать замок. Взламываем. Давай, Сал, давай, Сал. Чик. Взлом совершен. Так, открываем. Кирпичи. Положить кирпичи. There we go. Ну вот, пять кирпичей. Теперь надо просто прочесть молитву. Goddess. Богиня, облегчи мою ношу, дай мне сил нести то, что я должна нести, и не нуждаться в помощи других. Богиня, я посвящаю тебе эти кирпичи. Слава тебе. Жесть. Ну, как бы все. Это все? Странно, будто и правда сил прибавилось. Может, потому что мне больше не надо таскать с собой тонну кирпичей. Наверное, стоит снова поговорить с вещими сестрами. Судя по всему, мы только что занялись какой-то ерундой. Ну, это должно было мне, по идее, помочь. Потому что все. Так, мы, по идее, бы неплохо бы мне в люк залезть. Выползти здесь с люка, поиграть со своей дочерью в домике и обратно в люк вернуться. Но мне нужно вернуться к ведьмам. Ага. Ой, он один или тут два их? Два. Так, один с блоком, второй без блока. Раз, два. Ой, попал. Ай, у меня, по-моему, не было аптечек. Дайте аптечку, ребята. Так, этот без блока. Ой, уже с блоком. Бум, столкнул. О, опять с блоком. А блок я могу пробить этот? Я не могу его пробить, блок. О, пробил. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, быстренько надо как-то себя подлечить. Не прикасайся ко мне. Так, может, я смогу что-то скрафтить себе для лечения? Подождите, господа. Антисептик, лекарство, подгузник, аптечку не хватает. Лекарственный бальзам. Пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Так, все, теперь я смогу себя немножко подлечить. Так, немного стало легче. Два мужика валяются. Еще и женщина какая-то. А что тут женщина делает? Что тут лежит? Это вы ее... прибили. Гвоздодер нашел у этого мужичка. А у этого что? Гвоздодер. Мы просто можем здесь хотя бы даже сейчас не лезть туда в люк, хотя бы его вскрыть, чтобы у нас на будущее был этот люк открыт для нас. Чтобы мы могли сюда проникать. Вот он, люк. Чтобы у нас он был открыт на будущее, чтобы мы могли по нему путешествовать, получается. Вот он, люк. Вот это дело мне нужно запустить. О, теперь мы сможем сюда... О, теперь я смогу перемещаться отсюда быстрее намного. Так, этим я пользоваться не умею, а вот этим умею. Так, хорошо. Сейф. А что у меня по инвентарю? О, ну у нас еще есть немножко места. Ящики. Ну такая маленькая такая вот будочка. Хорошо. Ну, правда, я очень сильно скучаю по своей дочке. Я успею, интересно, к ведьмам вернуться? Они мне отдадут сейчас... отдадут мне сейчас те лекарства, которые мне нужны? Так, я хоть правильно направился? Вот мне нужно добежать до ведьм. Сколько метров? 400 метров до ведьм. И я начну скучать сильно за своей Гвен. Салли Бой. Салли Мальчик. Не, Салли Бойл. Бойл, Бойл. Не Бой, а Бойл. Бойл, фамилия Бойл. Какая ирония, что я стала химиком, учитывая мамин поступок. Интересно, что случилось с ее мамой? Что мама ее сделала? Что такого... Что в этом такого иронического? Ну хорошо, что ты химик. Я рад за тебя. О! Кажись, осталось 100 метров к горе, и мы к ведьмам почти уже вернулись. Вот эта гора, ведьмина. Сейчас мы наверх поднимемся, и тут наверняка уже сразу... О! О! Сразу молнии, тучки сгущаются, и все. Так, ну все, я справился, ведьмы. У вас достаточно очков, чтобы улучшить свои параметры. Я пришел к ведьмам. Тук-тук-тук-тук-тук. Давайте мне снадобья. Did you say the prayer?
Ты помолилась? Я и правда чувствую себя сильнее. Мне кажется, я даже могу носить больше вещей. Но вы никак не докажете, что это магия. Но если это психо... А хоть бы и так. Что с того? Ты ведь стала сильнее. Вы бы мне лучше про травы рассказали. Они нужны мне для препаратов. Терпение, ты близка к тому, чтобы узнать то, что ищешь. Наш Хендж захвачен. Старый друг камней? Свадебные камни? Там обитает древняя сила, священный круг осквернен. Очисти его, и мы расскажем тебе о травах, которые тебе нужны. Ну что ж, почему бы не повеселиться ради правого дела? Какие еще камни? Куда вы меня опять отправляете, ведьмы? Боже, как вы меня бесите, я уже... уже хотя бы поближе. До свадебных камней добраться. Ну, пойдемте теперь к камням этим свадебным. О, мужик какой-то ходит. Ты что тут бродишь, ходишь? Квадратура круга. Так, я бегу к камням. Никакие квадратуры круга меня не интересуют. Салли у нас тут спортсменкой так станет таким образом. Вот и осталось 50 метров до этой квадратуры круга, и нужно здесь его каким-то образом очистить. А чего очистить, пока я даже не знаю. Ага, какие-то людишки тут есть. Как думаешь, не пресно? Возьми да попробуй. Ха, серьезно. Такой малости не умрешь, просто мир. Всем по огромной чашке. Освобождать души от темницы плоти, это ведь не больно, да? Это не все лысые, странные. Думаю, сердцебиение немного ускорится, а потом раз и все, мы в эфирном плане реальности. Почему мы не используем цикуту? Сократ выпил цикуту, чтобы убить себя. Боже мой, они варят яд, потому что мы уже приготовили две крупные партии дигиталикса. Ты представляешь, вертуться сыпом отцу с большой чашей цикуты, да он нас засмеет, может даже не позволит нам пройти священный путь. Ладно, буду помешивать дальше. На все наши вопросы будут даны ответы, когда мы вернемся из телесных оков. Как он сказал, верно? Это какая-то секта самоубийц. Я не позволю им отправить кучу людей. А теперь надо избавиться от яда. Собрать яд. Так, ух ты, маска. Давайте посмотрим, что за маска. Ух ты, бутылочка с молоком. Таблетки вон лежат. Я не знала, куда еще мне пойти. Простите. Он выставил тебя? Я так понимаю, вы пришли за Рутой? Рутой? Зачем мне Рута? Она не... Она же принимает... Я не беременна. Этого не может быть. Радостин — это противопоказочное. Только обычный. О боже, я такая дура. Тебе нужно о многом подумать, если ты решишь его сохранить. Тогда мы поможем тебе, чем сможем, но тебе придется быть очень смелой. Немного смелее, чем если не поможете. Это что-то сейчас было связано с ее ребенком, да ведь? Когда она забеременела. Так, мне нужно как-то эту... Надо как-то что сделать? Собрать яд. Они же на меня все нападут, скорее всего, да? Они опять на меня все тут разозлились. Раз. Два. Ой, тихо. Раз. Ой. Боже, тут полно. На камень. Оп, защищайся. Чем-то хочет меня бросать, кажись. О, я отбил камень. Тут их полно, реально полно. Да вы какие-то ненормальные. Кыш. Минус. Их осталось немного. Три. Ай. На тебе. Оп, отбил. Раз. Два. Вот это плохо. Камень. Ну, брось камень. Кинь каку. А ты что хочешь? На тебе. Кажется, их всех наказал. Так, жизни. Восполняем жизни. Чик. А вот там один мужик стоит еще. Ты что, ты нормальный или нет? Эй, дядька. О, нет, ненормальный. С мачете. Падай в огонь. В костер. Пошел в костер. Все. Минус, мужичок. Так, берем это дело. Чик. Получено я. Приготовить на ведьмином устье. Что за ведьминое устье? А, мне нужно теперь туда-обратно вернуться. И как-то теперь этот яд приготовить.
Они меня гоняют туда-сюда. Эти ведьмы меня реально хотят сделать просто-напросто какой-то спортсменкой. Может, они меня готовят к какому-то марафону? Теперь обратно 300 метров бежать. Вернулись мы к ведьмам. Вернулись. И сейчас мы попробуем это зелье приготовить тут. Надеюсь, все... Ох, мужичок какой-то бегает, бродит туда-сюда. Мне кажется, этот мужик их прислуга. Так, мы вернулись к ним. Кем бы ни был дядя Джек, люди там носили вот такие символы. О, господи, это народ космического бога. Пасва Рэмсона Маккензи в доме Гарднера. Они готовили дигиталакс в малых количествах. Это наркотик, в больших яд. Его можно сделать из семян красного наперстники. Мы готовим из него много полезных зелий и препаратов. Ты тоже бы могла. Думаю, их святой отец хочет, чтобы они совершили массовое самоубийство. В садах немало поводов для самоубийства, но нельзя, чтобы один человек выбирал, как умрет другой. Как умереть другим. Вы имеете про мою маму? Как же помню ужасный несчастный случай. Твоя мама перепутала приправы для семейного ужина. Умерла вся семья. Кроме тебя, это случилось как раз перед поездом, так что я все думаю, нет, это был несчастный случай. Думаю, она не хотела, чтобы мои сестры уехали в Германию, одни напуганные, поэтому она их убила. И еще не хотела, чтобы папа ее возненавидел, так что его она тоже убила. И сама она тоже не могла с этим жить. Непонятно только, почему она меня оставила. Вот. Опа. Это рецепт дигиталакса. А остальное? Смешай это с их ядом. Вместо того, чтобы умереть, они, скажем так, прозреют. Eye-open. Помимо прочего, тебе понадобится дигиталакс. Возвращайся, и я дам тебе остальное. Ты ведь создаешь что-то вроде ежевичного радостина на травяной основе. А вы разбираетесь в химии. Я была в команде Гарри Хойерта, когда мы изобретали радостин. Надеюсь, когда-нибудь богиня радости меня за это поблагодарит. Приготовить противоядие для дигиталакса. То есть, ведьмами мы вопросики решили? Где американцы? Где русские? Я откуда вас знаю? Так, приготовить противоядие для дигиталакса. Готовка дома. Вещи и сестры дали мне формулу, превращающую яд почитателей космического бога в средство, которое открывает глаза. Нужно сперва приготовить его, а уж потом отправиться к ним. Вот, а чтобы его приготовить, мы где его должны готовить? Дома, что ли? Я пока что в замешательстве небольшом. Ну, допустим, цели. F букву нажму. Где я его должен готовить? Куда мне теперь бежать? Может, сейчас оно появится? И я должен у них тут его готовить. Тук-тук-тук-тук-тук. Вряд ли они мне откроют, да? Так. Куда мне теперь двигаться? Неужели домой? В свою лабораторию? По идее, да. По идее, да. То есть следующую серию мы начнем с того, что мы отправимся домой и приготовим это зелье. Так, избушка, это она? Избушка, избушка. Это ты или не ты? Да, это туннель, это люк. Оп. Вот она. Залазим в туннель. Оп. Так, теперь мы сможем, по идее, отсюда отправиться... Домой, в дом, милый дом. Так, только надо определиться. Так, вот это тут мой дом, да? Правильно? Правильно. Вот сюда мы и побежим. Перемещаемся. Только опять-таки, мы туда придем в 8 часов вечера. 8 часов вечера, и нам не нужно высовываться. В люке у тебя есть алхимическая станция. Не знаю, как она называется. Там, наверное, можешь приготовить. О, техно, вот это ты молодец, конечно. Вот это ты, конечно, умница. Подсказал, хорошее дело. Скорее всего, ты даже прав. Мы сейчас посмотрим на нашем алхимическом столике. Хорошо, что он находится у нас, этот столик, под каждым люком, скажем так, находится этот алхимический столик. Вот. И мы попробуем сейчас его здесь тоже приготовить где-нибудь. Так, тут нигде нету места для приготавливания зелий. Вот где-то здесь, вот оно. А там было что-то еще. Минил бы улучшить, нужен там что-то нужно. А чтобы приготовить
квестовое задание, мини-бодрящий сок. А мне нужно сделать, приготовить противоядие для Дигиталакса. Так, противоядие. Новый укол, шип. Я ничего не вижу, чтобы было тут что-то связанное с противоядием. О, противоядие для Гиталакса. Видишь, ты был прав. И для того, чтобы его создать, мне нужно Гиталакс, собственно, сам. Создано, он у меня уже имеется. Один, правильно? Или у меня ни того нету? А, подождите-ка, стоять. Гиталак, чтобы его создать, мед мы где-то должны купить. Шкафы, верх шкафов, улья. А получается, чтобы создать Гиталакс, у меня есть рецептик вот такой. Чтобы его создать, мне нужны семена наперстянки, какие-то вот такие. Медицинский спирт и отбеливатель у меня имеется. Мне нужно вот таких растений насобирать побольше. Красная дверь, соседняя. Добрый день. Поговорим вначале. Прошу прощения, нужно бежать. Вот, обмен. Значит, нам нужны растения и мед. Смотрим внимательно, внимательно. Приглашение в клуб. Все, что мы ему раньше продавали, все у него остается. К сожалению, ничего из того, что мне нужно, у него нету в наличии. Значит, нам придется все-таки возвращаться в сады через тот люк. И потом мы сможем уже после этого дела, когда мы через люк к ним отправимся туда, в ту локацию, мы там будем уже собирать все эти растения. И получается, там же мы примерно где-то в дереве найдем мед. Возможно, там мы его наковыряем, прямо из дерева себе заберем. Ну, на этом, пожалуй, мы будем завершать эту серию. Спасибо всем за просмотр. С вами был Неломоп. Мы играли в игру. Мы счастливы немножко. We happy few. Всем пока-пока.